Приветствую всех, с вами Маркелло Борис, и по традиции я записываю выводы. Сегодня я вам сейчас покажу. Сегодня 25 февраля, сегодня вторник, 23:28 время. Итак, выводы из суперкопилки. Сейчас, секунду, зайду на главное. И сегодня я выводил $20 своих партнерских. Кто-то скажет, что это такая не огромная сумма, но тем не менее, смотрите, история операции. Сегодня я заказывал выводы, то есть у меня получение партнерских было $25, и сегодня же я заказывал $20 на вывод. Ну, опять же, кто-то скажет, ну, что это за деньги? Давайте посмотрим ранее, что было. Ранее у меня было еще на погашение моих целей, то есть вот начисление премии руководителя у меня еще было с консалтингового центра и перенос ТЭТ с баланса на предоплату взносов 25.71. Вот. И мы можем подсчитать примерно. Примерно за неделю у меня на этой неделе вышло где-то, то есть не на этой неделе, а на прошлой неделе, у меня вышло где-то около $60. Когда я последний раз показывал, я показывал, что у меня ожидаются выплаты, было $1067. Как я и обещал, я начал строить свою закольцовку. Сейчас я покажу вам график выплат. И вы можете вот посмотреть, скоро у меня приближается потихонечку неделя, где я буду получать по $70. Но я заранее еще запланировал на дальние недели. И вы можете посмотреть, что здесь выплаты намного больше. То есть вот эти столбики, будут расти. И очень скоро я выйду на пассивный доход. Если хотите, также ссылка на регистрацию будет под этим видео. Если у вас остались какие-то вопросы и вы хотите их задать, тоже можете задавать их в личные сообщения. Также, если вы смотрите это видео на YouTube, контактные данные будут под этим видео. Всем привет!